Всем привет, с вами Гитара с нуля, и сегодня мы с вами подходим к дополнению к уроку номер 3. Как обычно, вначале мы разберем ритмически всю песню. Песня «Кино нам с тобой», да, которую мы изучаем на третьем уроке. Быстренько пробежимся по ритмической части. Это для новичков, тем, кому непонятно, как вступать, где петь, где какие слоги и так далее. А во второй части уже будет упражнение для всех, так сказать, учеников, потому что спеть ее по ноткам точно будет интересно и полезно всем, несмотря уже от пройденных уроков. То ли вы на 5-м, то ли на 15-м, то ли на 35-м лишний раз пропеть будет полезным. Теперь, что касается самого подхода, как подходить вот к этим моим дополнениям. Кто-то пишет там в комментариях: «Вау, вообще с первого раза спел» и так далее. Это не для того записывается, чтобы вы просто спели один раз и все, типа, о, получилось. А к этим урокам надо прибегать постоянно, на самом деле. Периодически вот включайте, я специально делаю эти паузы, как типа, как будто у нас с вами урок по вокалу. То есть я играю одну строчку, потом вы ее пропеваете. Потом вместе, потом вы, и все. Поэтому не надо даже отдельно вырезать какие-то части, получается. Не надо о чем-то задумываться или думать какие-то ноты, а просто, образно говоря, повторяем по очереди за мной и тем самым развиваем свой слух. Итак, приступим. Для начала, как я уже сказал, техническая наша ритмическая часть. Вот я тут схемки. Точнее, даже не я, а один из наших учеников. Так, как бы мне так сесть, чтобы вы еще аккорды видели? Вот так, наверное. Я сяду. Хоть криво, но аккорды все равно будут видны. Вы должны подходить к этому дополнению тогда, когда вы сам урок уже прошли и хорошо его отработали. Вот, по крайней мере, его музыкальную часть, да, то есть играть вы должны уже на автомате. Итак, смотрите, строчку «здесь не по» мы произносим до того, как начали играть. А со слога «нят» мы начинаем играть наш бой на аккорде, на первом аккорде ЕМ. Получается, здесь непонятно где. Ну и дальше достаточно все просто. Получается, у нас на один штрих, на один удар вниз или вверх, или щелчок, видите, один слог. Здесь непонятно где лицо, а где рыло. И непонятно, где пряник, где плеть. Здесь в сено не втыкаются вилы, а рыба проходит сквозь сеть. И не... Видите, на последних «и не» уже надо спеть на последних ударах аккорда С, а не с ЕМа, что часто я видел, делают те, кто не может разобраться. И не ясно, где море, где суша, где золото, а где медь. Построить и что разрушить. Ика. Давайте перейдем на следующие схемы. Му и зачем здесь петь намста? Еще раз намста. Петь. Нам с тобой голубых небес навес. Нам с тобой станет лес глухой стеной. Нам с тобой
Бой из заплёванных колодцев не пить. План такой. Нам с тобой. Ну и далее по той же схеме. Конечно, очень сложно так медленно играть, но зато все понятно, где четко на щелчок, где на какой штрих, на удар вверх, на каком аккорде какой слог попадает. Надеюсь, после этого ни у кого проблем не возникнет. А мы переходим ко второй части и сейчас подробно по нотам разберем первый куплет и припев этой песни. Первая фраза. Здесь непонятно, где лицо, где рыло. Здесь непонятно, где лицо, где рыло. Почти вся она на одной ноте ми. Вот. Пробуем вместе. Здесь непонятно, где лицо, где рыло. Еще раз, сами. Еще раз. И непонятно, где пряник, где плеть. И непонятно, где пряник, где плеть. То же самое. Почти вся она на одной ноте ми, только в конце. Расходимся. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-си. И непонятно, где пряник, где плеть. Поехали. Еще раз. И еще раз. Дальше. Здесь в сено не втыкаются вилы. Такая же гармония, как у первой строчки. Здесь в сено не втыкаются вилы. Вот. Пробуем вместе. Еще раз. Вот. А рыба проходит сквозь сеть. А рыба проходит сквозь сеть. Фа диез. Шесть ноток фа диез. И потом ля соль. А рыба проходит сквозь сеть. Еще раз. Вместе. Еще раз. И еще раз. Хорошо, давайте попробуем сначала до этого момента. Я посчитаю так. Раз, два, здесь непонятно. Понятно, как вступать будет? То есть, раз, два, здесь непонятно. Итак, приготовились. Раз, два, здесь непонятно, где лицо, а где... Хорошо. И еще раз. Раз, два. Хорошо. Надеюсь, у вас получается. Диапазон тут небольшой, нотки считай одни и те же. Та-да-да-да-да. Все время считай в одну ноту. Старайтесь попадать все точно. Итак, вторая часть, она практически идентичная. Единственное, в некотором моменте есть ритмическое, как бы, изменение в одном месте. Итак, пробуем. Три, четыре. И неясно, где море, где суша. Сами. Еще раз. Где золото, а где медь? Где золото, а где медь?
сами. Где золото, а где медь? Вместе. Еще раз. Что построить и что разрушить? Что построить и что разрушить? Сами. Еще раз. И кому и зачем здесь петь? 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 Сами. Еще раз. Вот так. Давайте теперь попробуем под метроном от начала до конца эту песню сыграть до нашего припева. Будет два удара метронома. Здесь не по... И сразу вступаем петь. Понятно, как будет? Еще раз покажу. Раз, два, здесь непонятно. И так далее. Итак, пробуем сначала вместе. Здесь непонятно, где лицо, а где рыло, и непонятно, где пряник, где мед. Здесь она не прекрасна. Отлично. Давайте еще раз сами. Также два удара метронома и поем. Хорошо. И еще разок. Старайтесь как можно точнее попадать. На самом деле нотки одинаковые почти, да? Ну, то есть особых прыжков нету. Но в том-то и дело старайтесь выравнивать вот эти интервалы, чтобы вы точно здесь петь. Вот чтобы точно-точно у вас с одной нотки на другую переходили, и вы попадали в центр ноты. Хорошо. Еще раз. Два удара метронома и поехали. Отлично. Переходим к припеву. Итак, припев у нас играется так. Соль,
фа диез ми. Нам с тобой. Пробуем сами. Еще раз. Еще раз. Тянем последнюю нотку. Голубых небес навес. Первые три нотки такие же, что и нам с тобой. Голубых. А дальше идем по гамме. Ре, до, си, ля. Вот. Просто уменьшаем каждую нотку на предыдущую. Поехали. Голубых небес навес. Еще раз. И еще раз. Дальше опять нам с тобой. Те же нотки. Нам с тобой. Станет лес глухой стеной. Станет лес глухой стеной. Сами. Еще раз. Дальше такой ход. Нам с тобой. Сами. Еще раз. Еще раз. Из заплеванных колодцев не пить. Из заплеванных колодцев не пить. Поехали. Фраза достаточно обширная. И. И еще раз. И еще раз. И еще раз сложное. И остается план такой нам с тобой. План такой. Сами. Еще раз. И еще раз. Нам с тобой. Сами сразу. И еще раз. Отлично. Теперь давайте попробуем спеть наш припев от начала до конца под метроном. Два удара метронома. И на счет раз начинается фраза «Нам с тобой». Поехали. Нам с тобой. Голубых небес навес. Нам с тобой. Достаточно сложно в таком ритме держать дыхание. Давайте на всякий случай еще раз сами, чтобы у вас был этот вариант, а потом я немножко ускорю, чтобы вы уже пели немного под темп ближе к оригиналу. Поехали.
Отлично. Сейчас я немножко ускорю темп, и мы споем немножко быстрее наш припев. Два удара метронома и вступаем. Отлично. Ну и теперь я для вас, на всякий случай, эту песню включу от начала до конца. Не знаю, скорее всего, свою морду с экрана я уже уберу. Пусть у вас будет на экране фортепиано, которое играет эту мелодию, и звук, под который вы можете петь уже эту песню от начала до конца, уже вот в этом более быстром темпе. Не забудьте сделать репост этому видео и поставьте лайк в YouTube. Окей. Итак, поехали. Так, как у нас там будет? Да, два удара метронома здесь непонятно. То есть вот так будет. Здесь непонятно. Итак, поехали.